guy doesn't even link TV Gucci's channel in the video description. Yeah, seems to me that the Как же с тебя акулу-то сделать, а? Мы рыбу едим, вот что мы делаем, Пал! Рыбу! Чё там? Ну и кто тут теперь главный? Может, поможете мне развязаться? И всё такое? Глянь, Лени, обед на блюдечке! Ну чё, справишься? Хоть раз папу порадуешь? Конечно, Фрэнки, как скажешь. Ну, сейчас вернусь в город, зайду за зарплатой. А, стойте! У меня же нет работы! И квартиры нет! И я связан! И я на пустыре! Мне необходимо успокоиться. Акула! Нет, нет, не бойся, я не буду тебя есть. Тогда я его съем! Слишком просто! Иди сюда! Ай, гляди, что это там? Смотри, внимательно! Не знаю, Лени, как это не по-честному! Может, его лучше отпустить? Осторожно, Фрэнки, а вдруг он заразный? Видел ли? Вот что значит быть акулой! Ух, молодец! Вон он опять! Может, его лучше отпустить? Слишком просто! Осторожно, Фрэнки, а вдруг он заразный? Да притормози ты, безмозглый! Я тебе больно не сделаю! Все будет совершенно безболезненно! Фрэнки, Фрэнки, скажи что-нибудь, Фрэнки! Ленни, ты такой тупой! Что же я наделал? Папа меня убьет! Да, вот так-то! Хотел меня слопать! Не знал, видать, с кем связался, да? Я тебе показал! Меня никто не съест без моего разрешения, и дважды эту ошибку не повторяют! Потому что я типа как хрясь бацкия, а он типа не только не кия, а я ему, а как насчет бабах? Ага, все приветствуем Оскара Античелюсть! Добрый день, это Кэти Карен, и я веду репортаж с места, где рыба по имени Оскар только что победила в рукопашной схватке акулу. Да-да, большую белую акулу! Оскар, все рыбы в городе зовут вас античелюстью. Как вы к этому относитесь? Видите ли, Кэти, я ведь грозный, очень грозный, и акулы меня боятся как огня. Как же меня еще звать? Вам было страшно? Страшно? Хорошая шутка, Кэти. Акула даже не поняла, что случилось. Я типа как, хочешь меня схавать? Ну, греби сюда, сейчас я тебя накормлю. Как красноречиво. Но вернемся к акулам. Думали ли вы, что отец жертвы, Дон Лина, со своей армией кровожадных гангстеров захочет отомстить?
отец Лина? Тот самый? Самый главный мафиози во всем Южном рифе? Знаете что? Что-то тут где-то акулой запахло. Мне надо отлучиться надавать ей пинков. До скорого! Вы только что видели Оскара Античелюсть. Именно он бросил вызов Дону Лина и его банде. Это был сын Лина. Теперь все акулы на свете будут за мной гоняться. Мне надо залечь на дно. Уф, тут где-то были неплохие водоросли.